Вернулись с победой. Независимое телевидение Севастополя получило награды на 22-м открытом фестивале телекомпаний Московской области «Братина». В этом году форум проходил в городах Сергиев Посад и Дмитров. Сам фестиваль давно вышел за границы Подмосковья и стал площадкой для общения всех регионов России и стран зарубежья. В этом году в нем приняли участие 250 тележурналистов, среди которых представители Сербии, Болгарии, Беларуси, Латвии и Китая. Большое сообщество журналистов уже 22 года принимает Сергиев Посад. Когда меня спрашивают, а как же он все-таки называется, фестиваль ваш, братина, международный, открытый, подмосковный, вот тут я уже теряюсь. Мне трудно ответить однозначно, потому что действительно притяжение заметно, притяжение к нашему делу, к нашему телевизионному делу. Независимое телевидение Севастополя принимает участие в фестивале с 2014 года. Завоевало 7 высших наград «Братин», в том числе главный приз «Гран-при». В этом году победителем профессионального конкурса «Нелинейка» стала оператор монтажа Ольга Гимадиева. Награду нашей телекомпании вручал генерал-майор ФСБ в запасе Александр Георгиевич Михайлов, руководитель Центрального исполкома Общероссийской общественной организации «Офицеры России». Наша работа, она всегда за кадром, и, по сути, она для всех невидима. А когда тебя отмечают, когда тебя как-то отмечают в том плане в профессиональном, что ты чего-то достоишь, это очень приятно. Это просто непередаваемые эмоции, и мне очень приятно. Но я понимаю, что я не одна к этому причастна. К этому причастен автор сюжета, это Мэри Бадонс. И я считаю, что это все равно заслуга в основном команды. Третье место в номинации «Новая сила», учрежденной Главным управлением Росгвардии по Московской области, получил репортаж «Яков Львович. Пес особого назначения» журналиста Ксении Богинской. Фестиваль телекомпании «Братина» проходит в Подмосковье с 1997 года. Его родина – Сергиев Посад. Главный организатор – культурно-коммерческая фирма «Тонус». Телефестиваль проходит при поддержке Евразийской академии телевидения и радио, Национальной ассоциации телерадиовещателей и губернатора Московской области. Среди жюри фестиваля заслуженные артисты и деятели искусств России, выдающиеся сербские кинематографисты и режиссеры, известные репортеры и телеведущие, военные корреспонденты. И вот какую оценку работе нашей телекомпании дал известный репортер и продюсер Сергей Бондарев. А что я могу пожелать телекомпании, которая, по большому счету, здесь рвет всех налево и направо? Вы молодцы. Вы достойные представители этого славного города, который для нас очень-очень много значит. Ваш патриотизм – это пример для подражания многим, потому что у многих из нас он только на словах. Понимаете? Вот за это вам большое спасибо. Это ваша фишка такая, особенность ваша.